И могу сразу сказать, что когда будет аэропорт под нашим контролем, мы его восстановим, потому что он очень сильно поврежден. Тяжелая артиллерия украинских властей. И будет работать опять заново. Я думаю, средств нас хватит, чтобы это все восстановить. Я верю в нашу республику, я верю в наше правительство. Верю в министра и министерство обороны, а именно Захарченко и Кононова, которые действительно толково и умело командуют нами. Которые толково и дают четкие приказы, а не вот этот вот маразм, который показывают и рассказывают. И хочу обратиться ко всем, кто поливает Захарченко и Кононова, что это ложь. Никого Захарченко и Кононова не трогали. А тем более славянские бригады. Я сам со Славянска. У меня мой батальон 70% состоит из славянских ребят. Это ложь. И не нужно таких великих людей обливать грязью, которых действительно на самом деле нет. Они очень толковые командиры и толковые командующие. И я буду с ними до конца. Кто имеет против что-то Захарченко или Кононова, будет иметь дело со мной, и я думаю, Матерова подтвердит мои слова, что и с ним.